И тогда спортсмен понимает, что, блин, я там прицепил тулуп, а мне-то нужно было там через Ольдер Сальхов, например. Окей, я все это переиначиваю и там, значит, меняю их местами, и к нему ему нужно как-то подъехать. И тогда он осознанно к нему едет путем добавления каких-то хореографических элементов. Ну, у него возникает новое произведение. Че это новое? Ну как? На все? Ну, новая переработка. Или все-таки соавторство? Я клоню к тому, что если говорить об элементе творчества, мне так, кажется, тут, короче, пора закрываться, кажется, тут все уже сломались. Всем привет, это Копикаст. Мы говорим об интеллектуальной собственности и обо всем, что есть не связано. У микрофона Виктор Горский-Мочалов. И Антон Яндресяк. И мы каждый раз записываем подкасты. Я каждый раз понимаю, что мне на самом деле без разницы, охраняются ли наши подкасты авторским правом. Конечно, без разницы, потому что мы все права отдали компании. Ну ладно. Я не против. Я не жалуюсь. Но они охраняются. И типа, это какая-то охрана, которая есть, это интеллектуальная собственность, которая есть, но о которой я не забочусь, как об интеллектуальной собственности. И, но при этом это то, во что я вкладываю свое время, и, в общем, это же продукт, это мое детище, дерево, которое я посадил. И мне просто подумалось, у нас ведь в жизни каждый день появляется очень много штук, которые мы делаем, которые не дискуссионно, очевидно, охраняются как интеллектуальная собственность, но всем без разницы. Ну, правильно, да. Я вот пошел, например, с утра, проснулся, умылся, побрился, отжался, как в песне у Сплин. Короче, спускаюсь... Кота не трожь. Спускаюсь вниз, да, на кота не надо. Кота лучше не трогать. В общем, я спускаюсь вниз, варю себе кашу утром, добавляю в нее там разные специи, ну там, кто что, там корицу, да, там добавляют соль, что еще можно в кашу положить, ну какие-нибудь яблоки. И это все... Каждое утро я, получается, создаю секрет производства, потому что это некий рецепт, его никто не знает, кроме меня, и я его не знаю после того, как кашу приготовил, потому что, естественно, я его не записал, но это же не значит, что его нет. Он в какой-то момент существовал, но, естественно, я охранять его не буду, я не буду вводить режим коммерческой тайны и вот это вот все. И, естественно, я не буду его противопоставлять кому-то, потому что я же не больной, ну, хочешь кашу делать, ну, делай, мне-то что. Ну, да. Хотя, может быть, ты сейчас оскорбил людей, которые реально задумываются об этом, и ты такой, типа, вот вы больные. Они такие, типа, что за стигматизация? Ну и вот. Пока ты готовишь кашу, ты так слушаешь какую-нибудь музыку и потанцовываешь, это же танец, и он тоже охраняется. А еще, например, может быть, параллельно ты с кем-то ругаешься в интернете, пишешь комменты, и каждый твой коммент — это, ну, объект авторского права. Почему ты ругаешься? Я могу с друзьями общаться. Что за негатив? Ну, типа, такая эмоциональная зарядка с утра. Ты же юрист, тебе надо. Ну, я же отжался, спорить. Потом в интернете отжался, да, все правильно. Ну вот. И куча всего такого, я не знаю, что еще. Когда я, например, у меня звонок с клиентом или с контрагентом, или с оппонентом, с кем угодно, я люблю ручкой что-нибудь на бумажке порисовать, чтобы как-то... Я не знаю, зачем я это делаю, но так делают все. И все, получается, каждый раз, когда разговаривают по телефону, часто создают... арт-объекты. Очень простые, очень непризнанные широкой публикой абсолютно, но это арт-объекты. Ты представляешь, насколько меньше стало таких объектов возникать каждый день, когда появились мессенджеры? Mm-hmm. И вот это вот, вы мне не звоните, вы мне напишите, и все. Никаких тебе вот этих вот елочек и косичек на полях в тетради, как в школе. Да, и опять же про те же мессенджеры. Ты когда пишешь кому-то сообщение, это тоже... объект авторского права. Любое письмо, любое сообщение, любое селфи, которое ты отправил, типа, смотрите, ребята, я из дома работаю, честное слово, да, что-нибудь такое. Типа, вот смотрите, вот мой рабочий стол. А сам там где-то... А сам в пледике такой. И танцуешь, пританцовываешь, снова объект создаешь. Да, и ты такой, сколько можно этой интеллектуальной собственности? И в ужасе, в общем. В общем, да. И такого много. Хотя, да, многие вещи, там, дискуссионные, вот люди играют там в шахматы, у них есть какая-то комбинация, которую они, ну, некоторая, и часто действительно так, некоторая достаточно оригинальная последовательность ходов создают люди совместно даже, совместным творческим трудом. Представляешь, насколько шахматы были бы интереснее, если бы авторское право на шахматную партию существовало? Так оно и так существует. Ну, в плане, если бы оно
Ну, это дискуссионный вопрос. Во-первых. Во-вторых, что, ну, если бы оно использовалось, то есть приходит Магнус Карлсон такой, типа, ха-ха-ха, я чемпион мира. А, я сыграл вот такую-то партию 8 лет назад в матче с Фабианой Каруаной. Поэтому тебе, Ян Непомнящий, вставьте любое другое имя, вообще не важно, нельзя играть эту партию. Либо заплати мне денежку, ну, там, мне или, может, там, Фиде, например. Кстати, в Фиде нормальная история, то есть ты, когда выступаешь на чемпионатах Фиде, ты тем самым можно сделать конструкцию, когда ты автоматически лицензируешь, точнее, отчуждаешь все права в пользу Фиде, и дальше ты должен платить Фиде, чтобы сыграть точно так же. Это, с одной стороны, позволяет накопить денег на взращивание новых Магнусов Карлсонов, потому что у Фиде появляется большой ресурс, они могут чемпионаты делать более красочные, сочные, привлекать внимание. Потому что чемпионат мира по футболу сейчас идет, его все смотрят. А в следующем году будет идти матч за звание чемпиона мира по шахматам между, я там не помню, чем и Динем Лиженем из Китая. Его никто не будет смотреть, ну что это такое? Потому что у Фиде нет денег. А так у Фиде будут деньги. И игра станет намного интереснее, потому что ты не можешь играть так, как самый выгодный ход в позиции. Тебе приходится либо жертвовать частью выигранного в будущем, либо креативить. В общем, это хорошее объяснение, почему все, что могло бы охраняться авторским правом, но это как минимум дискуссионный вопрос, в области спорта это не объект авторского права желательно. Ну, то есть... Наоборот. Не, я понимаю на самом деле, что типа в спорте... Спорт — это что? Это соревнование по... В равных условиях. Это соревнование в равных условиях в том, кто сделает что-то лучше или хуже. И здесь не должно быть каких-то других ограничений из какой-то другой вот юридической среды. Спорт — это какая-то своя маленькая юрисдикция. Ну хорошо, ладно, так. Хорошо, пускай, это как, пускай или, в спорте. Как в футболе, например. В футболе кто-то делает... Там в определенном положении гениальный гол, например. Я не очень понимаю, но я предполагаю, что там, в какой-то ситуации ты делаешь классный удар. Ты, например, ты решаешь ударить им там, головой, да, и это оказывается классным решением. И вот это вот исполнение могут повторить другие спортсмены, и они могут так себя совершенствовать. Смежное право. Ну да, да. Хотя с точки зрения авторского права это может охраняться как смежное право. Ну, опять же, вот это как... Вот. Да, это можешь видеть? Это Алексей Петров, партнер компании Claims. Что ты там говорил про хореографию? В авторском праве? В авторском праве. Или в смежных правах? В смежных правах. Так, ну мы говорили об этом... А мы можем сам рассказать, что ты занимаешься фигурным катанием? Да. Вот, ты занимаешься фигурным катанием. Как часто ты думаешь о том, что это охраняется авторским правом? Если честно, я об этом правда очень много думаю, потому что мне кажется, что... Я даже пытался искать по этому поводу какую-то литературу, мне реально было интересно. Есть ли об этом какие-то юридические заметки, о том, как это охраняется с точки зрения интеллектуальной собственности, и особо их я не находил. Вот. Идея в том, что вот если мы говорили про спорт и интеллектуальную собственность, то, ну, с одной стороны, это действительно, может быть, не самые такие, наверное, соотносимые вещи. Почему? Как раз ты об этом и говорил. Ну да, потому что мне кажется, что в спорте важно, чтобы как можно меньше правил каких-то других, кроме спортивных, вмешивалось. Да, по сути дела, это некое как бы новое дополнительное правило. Но на самом деле, что мы знаем? Что то же самое фигурное катание – это набор каких-то элементов, да, которые в обязательном порядке выполняет спортсмен, с одной стороны, а с другой стороны это хореография, да, то есть это как то, что сначала отрабатывается на полу, то есть, по сути дела, это совокупность некоторых движений, то есть сначала спортсмен отрабатывает свою программу в техническом наборе и в обычном танцевальном на полу, что называется, в зале, параллельно с этим он ее накатывает на льду. То есть, по сути дела, все основные программы, ну, в основном спортсмены так работают, что сначала они это делают все на полу в зале, а потом переносят на лед. Или разучивают на льду, но репетируют на полу. То есть, мне всегда делают это на льду. То есть, по сути дела, это танец, это движение, это хореография, и самое основное здесь то, что у нее обязательно есть свой автор. Это хореограф-постановщик и спортсмен как исполнитель. Вот такая задумка. У тебя же, видимо, разница...
Ну, то есть, чем, например, отличается от шахматной партии? В шахматной партии у тебя условно вся игра состоит из моментов, из ходов. И там нет ничего между ними. А вот в фигурном катании, например, как я его себе понимаю, у тебя есть обязательный набор элементов прыжков, а между ними танец. Не только. Ну, то есть, речь идет об обязательных элементах прыжковых, но при этом есть еще там какие-нибудь оцениваемые такие элементы, как вращение, самые разные, на разных уровнях. То есть они, у них есть определенная градация, есть дорожки шагов, и при этом это еще и там короткая программа, и произвольная программа, если мы говорим ну, такому виде спорта, как фигурное катание. И по сути дела, да, тебе этот набор элементов изначально известен, и каждый спортсмен его выбирает с точки зрения баллов, да, то есть чему, то есть, ну, в том смысле, что он может выполнить какое-то количество элементов, в зависимости от их сложности и компоновки он получает определенные баллы, и тем самым у него есть ставка на то, выигрывает он соревнование или нет, в зависимости, конечно, от качества их исполнения. Но набор этих элементов известен, количество получаемых за них баллов плюс-минус известны, потому что есть разные еще градации оценок, да. Но прийти к этим элементам можно по-разному. То есть, по сути дела, как раз то, что у тебя между этими элементами есть, это и есть хореография, которую делает спортсмен. Он, безусловно, делает это на льду со спецификой исполнения ее на льду определенным образом. Но, по сути дела, все это действо – это некая постановка, некое исполнение, которое сопряжено с выполнением каких-то технических элементов. Хорошо, а на соревнованиях люди, которые оценивают, насколько хорошо ты выступил, которые ставят тебе баллы, они оценивают что-то, что связано именно с этой хореографией? Да, вот это, я бы сказал, красота, да, я бы сказал, что да, потому что есть вообще у спортсменов есть, ну сейчас это такая типа дискуссия, разделяет ли фигурное катание на техническое как отдельный вид и как бы хореографическое на второй вид. Но сейчас художественное, да. Но сейчас это, по сути дела, один вид программы, да, допустим, спортсмен выполняет, у него две оценки: техническая составляющая и так называемые компоненты, да. И вот в технической оцениваются как раз те элементы, которые спортсмен исполнил, на том уровне качества, как он это сделал. С правильными выездами, там, с правильными заездами, со всякими прочими делами, там, с оборотностью прыжков, если мы говорим о прыжках, с уровнями вращений. А вот эта компонентная часть, там есть их несколько. Их, по-моему, в компонентной части 4. Это skating skills, скольжение, transitions. Это, по сути дела, как вот некое, да, могу ошибаться, но, по-моему, это как раз то, как ты к этим элементам приходишь с точки зрения именно связываемости в отдельную постановку. Например, есть такой суперсубъективный компонент, как интерпретация музыки. И есть какой-то еще четвертый, я, наверное, его сейчас не вспомню. И вот, по сути дела, наверное, вот в этой интерпретации музыки, по сути дела, в этой образности, которую выполняет спортсмен, здесь так, наверное, это и оценивается. И здесь как раз мне кажется, что это вот самое, что ни на есть, интеллектуальное право. Хорошо, а если ты будешь как вот этот человек, который исполняет некоторую программу, если ты скопируешь что-то вот в качестве, ну, что-то вот в художественной части, там, будешь такую же художественную гимнастику исполнять на льду, это будет считаться чем-то неправильным или всем без разницы в этой индустрии? То есть как это работает? Это считается, я не знаю, как это сказать нормально, это зашквар или не зашквар? Я понял тебя. Но смотри, на самом деле сложно ответить на этот вопрос, потому что я бы сказал, что, наверное, таких каких-то авторских элементов, исполняемых только конкретными фигуристами, наверное, в фигурном катании, я бы сказал, что их нет. В отличие, например, там, от художественной гимнастики, где мы знаем, там, что есть отдельный там, элемент, который назван именем Утяшевой. Это, например, приземление с определенной высоты. Я могу тоже ошибаться, потому что я не силен в художественной гимнастике, но она на полупальце, например, приземлялась с какого-то отдельного элемента. То есть просто на полупальце вот как бы своей ноги. Да? И этот элемент получил такой, как бы вот был назван ее именем. Я не помню, чтобы были такие фигурные катания. Есть просто отдельные спортсмены,
которые различаются отчасти там по технической своей сложности. Например, мы знаем там поименно спортсменок-одиночниц, которые исполняют плюс-минус стабильно там акси 3,5 оборота, угу, которые там очень-очень-очень-очень сложные. Ну, да? Это все про техническую часть, да, а про художественную. А про художественную как раз я бы сказал, что особо чего-то такого нет. Я помню, то есть, ну как, это же одна такая большая тусовка, условно говоря. Очевидно, что все эти программы, как и тренеры, и хореографы, они все присутствуют на соревнованиях, они, возможно, для себя что-то берут, как-то этим вдохновляются. Я видел пример, когда у одной спортсменки, канадская, по-моему, не помню, она тренировалась в Канаде, эта спортсменка. Я, честно говоря, не знаю, насколько в нашем кругу корректно называть чьи-то имена с точки зрения спортсменов. Ну, короче говоря, я видел момент, когда отдельный такой хореографический момент, да, какой-то элемент, именно хореографический, был выполнен Евгенией Медведевой в каком-то из своих там последних сезонов на льду, и в рамках одной из программ, при постановке этой программы работала очень известная постановщица, не помню точно, как ее зовут, то есть помню, но очень ассоциативно. И один такой элемент, вот точно такой же элемент связку мы увидели в программе, какой-то из программ, по-моему, в олимпийской программе Камилы Валиевой в «Болеро». Там uh-huh. такой есть перекрут через ногу, очень интересный. Ну, то есть на это болельщики обратили внимание, что вот этот элемент мы видели у Евгении, потом мы вдруг увидели его у Камилы Валиевой, а Валиевой uh-huh. программу ставил Данил Гейхенгаус, который работает вот в штабе школы, господи, короче, в штабе это Риту Беридзе. Основные спортсменки и победительницы Олимпиад — это ее спортсменки. Ага. Болельщики на это обратили внимание, но я бы не сказал, что начался бы по этому поводу какой-то вот прямо такой там, такой типа, а, это как-то супер некорректно и все прочее. Мне кажется, что здесь, наверное, вот если мы говорим о нарушении, да, вот что здесь можно нарушить? Видимо, скопировать какой-то отрывок программы или скопировать здесь какой-то конкретный хореографический элемент? Все более-менее понятно. То есть здесь очень похоже на обычный танец. Mm-hmm. И мы точно знаем, в чем заключается нарушение обычного права на танец, там, на балет, на какую-то хореографию. Это как минимум его исполнение исполнителем без согласия автора. Во-вторых, это как минимум его просто полное копирование условно из одного произведения танцевального в другое. Соответственно, здесь... Другое танцевальное или... Ну, в любом виде, в другое танцевальное или просто перенос этого танца, как нам показывает кейс заимствования танца в Fortnite недавно, например, mm-hmm. там перевод танца в другую форму, форму 3D-модели, которая двигается mm-hmm. и анимирована, это тоже, в общем, считается нарушением. Поэтому здесь но мы... это вот спорно, потому что на самом деле объекты авторского права и вообще, в принципе, специфика авторского права охраны такова, что она, понятное дело, что она хранит форму, а не содержание, но у формы есть разные составляющие, да, если мы говорим про такую сухую теорию. И вот здесь, скажем так, язык произведения, форма его представления, она, по идее, разнится. Одно дело, когда у тебя танец исполняется на сцене, а другой момент, когда он у тебя появляется в другой форме выражения. И вот переключение с формы выражения одной на другую, вот это очень интересный вопрос, является ли это нарушением. Я бы не сказал бы так однозначно, на самом деле. То есть, ну, для меня это дискуссионный вопрос. Ну, мы же по аналогии можем считать. То есть, мы точно знаем, что... Например, постановка фильма по книге – это нарушение права на книгу в случае, когда книга более ранее написанная, потому что это изменение формы, это переработка прямо по определению, которое ГК дает, mm-hmm. и которое все остальные зарубежные правопорядки дают. Соответственно, вот перенос формы из одного вида произведения в другое – это нарушение. И, собственно, это как раз, мне кажется, вот менее дискуссионная штука про переработку. Да. Угу. Как раз когда у нас там два одинаковых похожих рисунка, вот это, наверное, не задумывалось отцами авторского права вообще изначально как переработка, но мы до этого дошли. А когда изменение формы, это очевидная переработка. Угу. Соответственно, что? Витя выпал?
Да. Да как спорту-то, вот подожди, давай посмотрим еще раз. В спорте, может, и нельзя использовать, хотя это дискуссионное мнение. У нас на канале есть выступление мое на какой-то там из конференции. А, я думал, ты скажешь на соревнованиях в фигурном катании. У нас на канале? Не помню, в числе выступающих. И, собственно, я там затирал как раз идею о том, что авторским правом нужно охранять способы игры, на примере там киберспорта условного, потому что у тебя есть там огромная вариация способов сыграть конкретную игру, ты хранишь, разрабатываешь определенный способ очень долго, потому что он имбовый, он в мете и так далее, и ты его хранишь как свой творческий вклад, и в конечном итоге ближе к концу соревнования обычно ты его разыгрываешь, и здесь понятно, что защищать. В случае с любыми другими видами спорта, мне кажется, точно так же. Но здесь вот эта вот история о том, что да, это вроде как спорт, и все должны быть в равных условиях. Но у нас же рядом с каждым спортом, вот прям с каждым спортом, наверное, и очень сложно, ну, кроме игровых. А в чем, подожди, есть а в чем? Некая коммерческая составляющая. Вот, например, в шахматах мы можем найти много случаев, когда шахматные партии ставили в кино без разрешения игроков, которые их сыграли. Угу. С фигурным катанием мы точно знаем, что есть целые, собираются стадионы, когда спортсмены катаются, и за это просто смотрят на это зрители, платят за это деньги. Да, но там же есть еще вот смежные права трансляции всевозможные, все вот эти истории. Мы да. можем вообще совсем упороться, в сухом остатке вот есть некое коммерческое использование. И вот для коммерческого-то использования, наверное, очевидно, нужно распространять. То есть Магнус Карлсон, очевидно, должен получить отчисление за то, что какой-нибудь Гай Ричи решил в своем фильме эту партию разыграть. Камила Валиева должна, очевидно, получить отчисление за, ну, с постановщиком за то, что кто-нибудь решил показать элемент из ее программы, кусок из ее программы на коммерческой основе, типа не в спорте. Почему так нет? Ты имеешь в виду, что путем как бы реисполнения ее программы или просто... Ну, я вот как раз-таки таких примеров не знаю, чтобы просто кто-то взял... И такой, типа, решил бороться и скатать программу Юдзуру Ханя. Только Юдзуру Ханя может скатать свою собственную программу, потому что это... Ну, там специфика как бы, есть, да. Да, ни одному, то есть... наверное, спортсмену будет невозможно сделать это так, как, сделано, как сделало того. В отличие от шахмат, где надо просто поставить на ту же клетку ту же фигуру, с чем... Да. Ну, это очень надо дойти до этой стадии игры, когда ты сможешь это повторить. Это да. У меня нравится идея, например, смотри, что ты можешь, например... Окей, мы не будем запрещать спортсменам повторять что-то, что делают другие игроки в своих играх, но за пределами спорта, например, если речь идет о повторении чего-то, что было сделано спортсменом, повторении чего-то в кино или в каком-то другом коммерческом или некоммерческом мероприятии, ну, там, в кино, в театре, не знаю, там... Что-то еще я не... Ну, да. Ну, я согласен. Что-то еще не могу придумать. Например, у нас, да, идет там съемка фильма, но есть несколько фильмов, там, где основное развитие там, сюжета происходит с учетом того, что есть спортсмены, они там тренируются, там вот недавно был какой-то фильм про это. И если мы говорим о том, что, да, например, какой-то спортсмен исполняет кусок программы той же самой, например, Камилы Валиевой, это снимается, да, и показывается так, как будто бы главный герой эту программу исполняет, или, может быть, даже это реальная съемка, да, и он ее исполняет, то тогда, наверное, да. Но, опять же, надо ли на это решаться, если, ну, по сути дела, там, спортсмену, который, в принципе, прокачан с точки зрения там, своих технических навыков и всего прочего, я даже не знаю, но ему не составит большого труда, наверное, как бы скатать какую-то программу, даже своего собственного вольного сочинения, вот прям вот в режиме онлайн, и, по сути дела, это заснять. То есть я не уверен, что здесь прямо будет какая-то суперцель, только если ты не играешь саму Камилу Валиеву. Например, да, например, есть такая задача. Камила Валиева не участвует в этом фильме. Есть по событиям ее спортивной карьеры идет съемка фильма. И, предположим, она по каким-то причинам не может в этом фильме принять участие. Ну, это понятно, да, она, допустим, ей там 15-16 лет, вот, значит, показывают об этом фильм. Понятное дело, что в этот момент времени Камила Валиева уже не 15-16-летняя девушка,
И возможно, 4... вообще уже не может это все повторить. И возможно, да. То есть там-то, в принципе, все достаточно быстро идет на понижение с точки зрения просто своих физических возможностей. И кому-то приходится, если не заимствовать фрагменты, то скатать эту программу хотя бы в части, там, не знаю, дорожки шагов, например. Там, не говоря про четверные прыжки, допустим. То да, наверное, здесь речь бы шла о том, что надо получить у кого-то права. Вопрос, у кого? Потому что у нас есть, по сути дела, спортсмен, который исполнитель. У нас есть хореограф-постановщик, который это дело все ставил. А дальше еще возникает проблема, когда задумка у хореографа была одна, а спортсмен на нервах в программе накосячил и какую-то связку сделал не ту, которая предполагалась изначально хореографом. И есть бюджетное учреждение в виде спортивной школы, которая, очевидно, на трудовом договоре работает с хореографом. И тогда вопрос о том, вообще, какие тут у хореографа и, как следствие, у спортсмена права. Нет, ну это служебные права. Это все казуистика, права, да. Но право-то, очевидно, возникнет у хореографа. То есть мы от этого должны плясать. Ну хорошо, ну смотри. Катать. Катать, да. Вот. А у исполнителя возникнет право на исполнение, и это значит, что если мы не прямо его берем, да, зафиксированное какой-нибудь видеокамерой, то мы и спрашивать не должны. Мы должны спрашивать у обладателя авторского права на хореографию, это, соответственно, хореограф-постановщик. Ну, либо если там служебное произведение. Либо там еще может быть соавторство, потому что может, спортсмен накосячил, ну как накосячил, с точки зрения хореографа, исполнил в какой-то части программы что-то не то. Это не то, в принципе, ок, понравилось хореографу, и тогда, видимо, это какое-то совместное произведение. Но опять же не факт, потому что в совместном произведении мы знаем, что должно быть совместное творчество, а здесь получается одно. А, типа у одного не было творчества. Это как в уголовном праве называется эксцесс исполнителя. Ага. Ты же, когда у тебя есть эксцесс исполнителя, он не связывается с умыслами всех остальных соучастников. Это его собственное преступление становится. Да, я здесь, согласен. Мне кажется, такая же логика. Но есть на самом деле здесь можно как бы еще дальше упороться и в этом контексте просто говорить о том, что, предположим, спортсмен, тоже маленький технический момент, у спортсмена есть определенное количество, то есть, допустим, произвольная программа, у него 7 прыжков должно быть в этой программе, и там 2, по-моему, в каскаде или 3 в каскаде. Но если мы говорим вот о спорте высоких достижений, вот с точки зрения текущих правил, и спортсмены в процессе могут менять свои прыжки, потому что, ну, например, вот он как бы ехал, понял, что у него очень кривой выезд с одного прыжка, и вынужден был добавить другой прыжок. Тогда у него один исчерпался, а другой остался. Его нужно этот прыжок вставлять дальше, но к нему должен быть отдельный заезд. И тогда спортсмен понимает, что, блин, я там прицепил тулуп, а мне-то нужно было там через Ольдерсальхов, например. Окей, я все это переиначиваю и там, значит, меняю их местами, и к нему ему нужно как-то подъехать. И тогда он осознанно к нему едет путем добавления каких-то хореографических элементов. И у него возникает новое произведение. Что это новое? Ну как? На все? Ну, новое переработка. Или все-таки соавторство. Я клоню к тому, что если говорить об элементе творчества, мне так, кажется, тут все... Короче, пора закрываться, кажется, тут все уже сломались. Я, Виктор, в восторге, прости. Я в восторге того, что можно, что можно вытворять с фигурным кататанием. Да страшные вещи можно вытворять. Если допустить туда эпиюристов. Слушайте, ну на самом деле дело-то просто все в том, что я реально, кроме каких-то коммерческих споров, где там права на вещание, какие-нибудь разбираются права на какую-нибудь недобросовестную рекламу, потому что, ну, мы понимаем, что там вся ледовая арена с внешней стороны, она там заклеена, значит, этими баннерами спонсоров. Понятно, что здесь тоже можно искать там... Там попала, значит, реклама этого в кадр, начинается какой-то спор о том, есть ли здесь нарушение права на товарный знак. В принципе, такие кейсы в истории, по-моему, футбола, может быть, и хоккея, они есть. И... Ой, там самое смешное, когда в этих игровых видах спорта заклеивают не то просто на стадионе какой-то зеленый фон, и на него в разных трансляциях наклеивают в разные, не то они как-то технически это
убирают. Но факт остается фактом, в разных трансляциях разная реклама. Это, собственно, ну, да. Там, почему в Лиге чемпионов, которую в России транслируют, всегда реклама «Газпрома», потому что «Газпром» покупает рекламу в Лиге чемпионов для России. Соответственно, это не значит, что какие-нибудь европейские, азиатские и все остальные зрители видят то же самое. И в том числе, то есть они просто при монтаже ее наклеивают? Ну, если они даже в прямом эфире как-то умудряются это делать, не имея, видимо, зеленого фона, потому что на стадионе все-таки что-то тоже есть обычно. Ну, очень как-то круто. Накладывается сверху, ну, чтобы, опять же, нарушений не было, знаков и так далее, и так далее. Ну вот понятно, что здесь, где есть там какие-то деньги, тут можно поискать какие-то вопросы с точки зрения соблюдения прав или их нарушения. А тогда, когда вот в таком контексте мы говорим о том, что вот есть спорт, есть там фигурист, он что-то исполняет, таких споров просто как раз, да, вот я лично особо не встречал, и поэтому никакой, наверное, такой прямо... дискуссии об этом я не видел, но мне было интересно, там, в какой-то момент времени мне было интересно порассуждать об этом, учитывая то, что я, кстати, сказал, что вот есть там, типа, у Тяшева свой элемент, на самом деле половина элементов фигурного катания тоже авторские, типа Луц, Сальхов, Аксель, это все конкретные люди, которые впервые в начале 20 века, ну, плюс-минус, исполнили эти элементы там в один в полтора оборота, а потом они уже просто стали апгрейдиться, то есть здесь тоже есть такие штуки. Но в современном фигурном катании я, наверное, ну, могу ошибаться, но особо я таких не видел. То есть видел, что какие-то из спортсменов там впервые, например, в России исполняют какой-то там прием в элементе, который где-то там был известен, там, типа прыжок с руками наверх, с репонами так называемыми. Кто-то впервые это в России исполнил, стал применять. По-моему, это была как раз-таки Женя Медведева. Ну вот. Это прикольно. В принципе, почему бы не сделать отдельный объект интеллектуальной собственности, охранять спортивные элементы? Ну, а может быть, вот смотрите, может быть, спортивное право, спортивный арбитраж, может быть, это все как раз-таки туда? Ну, кстати, да, у них же тоже есть какие-то, скажем так, мы можем, например, не относить это к интеллектуальной собственности в классическом смысле, не записывать это в четвертой части Гражданского кодекса и даже, может быть, не думать о том, является ли авторским, охраняется ли это авторским правом, но мы можем понимать, что, в принципе, если есть какие-то спортивные правила, которые запрещают повторять, например, какие-то элементы, повторять партию вдруг в каких-то играх, или да, какие-то спортивные элементы запрещают копировать, это тоже своего рода интеллектуальная собственность, просто ее так не называют. Недобросовестная конкуренция? Да. Это же... Ну да, они же все такие конкуренты, спортсмены. Во-первых, они конкуренты. Недобросовестная спортивная конкуренция. Во-вторых, они ведут себя не по-пацански. А мы помним, что вот этих двух объектов, в смысле двух этих элементов, не по-пацански конкурентов, это достаточно для того, чтобы сделать вывод недобросовестной конкуренции. Все, пожалуйста. Но если мы будем запрещать какие-то элементы, то, конечно, мы вот здесь тогда реально получается вмешательство каким-то доп. Регулированием как бы в развитии спорта, по сути, потому что, ну, спорта в том-то и дело, что, по крайней мере, в фигурном катании это так, что он апгрейдится со временем. То есть если на сегодняшний день там пределом, в, ну, давайте так, 10 лет назад элементом ультраси считалась некоторая совокупность, типа каскад из тройных прыжков, то сегодня, например, к ультраси добавляются четверные прыжки у женщин, где у мужчин они обязательными, ну как, типа они разрешены даже в коротких программах, у женщин пока нет, но на сегодняшний день женщины выполняют четырехоборотные прыжки. И они вот, а раньше там каких-нибудь, я не знаю, ну, давайте так, наверное, первый четверной прыжок случился у Ильи Тросенбаевой, у спортсменки Казахстана, по-моему, на чемпионате 2019-2020 сезон это был. То есть это вот официальный первый, если я не ошибаюсь, четверной прыжок у женщин случился, например. То есть, а до этого этого не было. То есть, если мы начнем запрещать какие-то из элементов в части их исполнения, то мы просто будем стопорить развитие этого вида спорта. Или наоборот. Они все делают эти свои тройные прыжки, потому что
Не хотят ничего нового придумывать. У меня была такая Или просто сальто крутить. Почему они не крутят сальто? Потому что не умеют. Это один из запрещенных элементов. Есть спортсмены, которые делают сальто, но это один из, по-моему, 7 запрещенных элементов на льду. А кто-то делал? Кто-то пытался делать сальто? На льду, да, конечно. Вот, может быть, поэтому и запрещают, потому что есть авторское право, которое охраняет. А он просто очень опасен. Нет, на самом деле, я тоже думал об этом, что вот это все стопорит, и если нам сейчас все позапрещать, то у нас сразу расцветет конкуренция новых элементов. Это как с игровыми видами спорта, вот эта вот дискуссия постоянная, надо ли там разрешать иностранных футболистов, хоккеистов в России или не надо. Похоже очень. Но это же все не имеет никакого отношения к авторскому праву, потому что тройной прыжок не отличается от четверного ничем, кроме количества оборотов. Это не сильно оригинальная идея докрутить на один оборот больше. Ну, после 4 будет 5, после 5 6. Ну, что здесь? Где творчество, собственно? Не сильно оригинально. Нет, здесь это вопрос чисто физиологии. Ну, типа... Вот именно. Это не про творчество. Нет, это про то... Ты точно знаешь, что можно после 4 оборотов уйти в 5. Это вопрос того, насколько... Не твоего ментального, интеллектуального развития, а твоего физического развития. А так, а мы в этом плане, по сути дела же, и не говорим, а... Ну, типа, о самом элементе, как об авторском праве на него. То есть мы говорим о том, что, ну да, мне вот... Казалось, что мы уже к этой теме перешли просто. Мы говорим о том, что там вот, да, так, не так давно, там пару месяцев назад, кажется, Виктору рассказывал, американский фигурист Илья Малинин, очень американский фигурист, исполнил аксель 4,5 оборота, он был первым в мире мужчиной, кто так сделал. И с каждым, по сути дела, элементом так было, я имею в виду скорее прыжковые элементы, да, с каждым так было, что кто-то, даже есть там таблицы, что значит, вот там из мужчин там четверной, там, не знаю, флип, лутс, и их эти имена известны, но это же не имеет отношения никакого к их каких-либо авторским правам. Но, может быть, мы действительно ущемляем их интересы, когда... не даем им возможность требовать того, чтобы все, кто повторяет этот же элемент, они называли его именем этого спортсмена. Потому что ты, скажем так, каким-то образом, да, это не про авторское право, ты вложился в то, что ты потратил ресурсы, свои силы, свое время, чтобы впервые сделать вот этот элемент, ты смог это сделать, давайте тебя поощрим. Ничего не напоминает? Научное открытие. Да, правда. Подкаст про это тоже есть. Вот, потому что есть же некоторые там... Смотрите по ссылке в профиль. Да, да. Иногда есть такая тема в научных открытиях, там, долгая история. Но вот почему бы действительно не сделать так? Ты первый сделал там пятерной какой-то оборот в воздухе, тебя зовут Виктор Горский-Мочалов, а мы назовем это прыжок Горского-Мочалова. А если кто-то его назовет прыжок Яндрисика, вот. Это провал. Это провал. Привет, Виктор скажет. Сейчас вас засужу. Так, я думаю, что надо пора завязывать, потому что... Тематику спорта. Как-то все более и более шизово начинаем обсуждать. Да. Есть еще вопросы ко мне? Я думаю, нет. Если вы захотите задать еще вопросы Алексею Петрову или любому из нас, подписывайтесь. Но на самом деле у нас, Виктор, извините, перебил, у нас с Виктором даже был в какой-то момент такая задумка снять какой-то такой отдельный выпуск подкаста про спортивное право, про интеллектуальные права в спорте. Она, к сожалению... Только что реализовалась. Но мы хотели там поговорить немного о футболе. По крайней мере, начать с футбола, и потом куда-то... Ты не помнишь, так смотришь сейчас, как будто бы я об этом не с тобой разговаривал. Я помню, что был замысел еще. Да, был замысел, да. Он у нас в полном формате не случился, но он случился в таком очень коротком. Я надеюсь, что я никого не сломал. Ну, я думаю, что на самом деле мало кто вообще знал, что существует спортивное право. А есть целая магистратура. Целая магистратура, да. Да, целые курсы. Вот по интеллектуальному праву магистратуры в БГУ нет, например, а по спортивному есть. Да, причем некоторые преподаватели на этой магистерской программе непосредственно занимались правом интеллектуальной собственности в компании, в которой мы с ними были вместе коллегами. То есть это означает, что спортивное право и право интеллектуальной собственности очень близки друг к другу.
Да, и только что эта близость произошла. Мы теперь первый подкаст по спортивному праву еще, как бы, да. Вот, в общем, подписывайтесь на канал. Смотрите описание, да. Описание смотрите. Если вдруг кому-то было сегодня неприятно и больно... Ну ладно, нет, это не надо. Больно на льду. Здесь все было хорошо. Подписывайтесь на канал... про спортивное право копикаст. И на Games of Brands мы там тоже периодически пишем новости о спортивном праве. Между ними там где-то там про интеллектуальную собственность еще. Ставьте нам пальцы вверх, звезды. Задавайте вот вопросы. Вдруг сейчас наберется шапка вопросов, и нам вообще... Я типа, мне нельзя пятерно? Я так что почти сделал пятерно. Если у кого-то есть вопросы к Алексею личные, то вы их задавайте в комментариях. Личные вопросы к сотрудникам компании Claims. Все равно на них ответить. Ну или поправляйте, стажан? Нет. Если есть люди, кто увлечен этим видом спорта, то, что, может быть, я сказал не очень корректно, я буду признателен, если вы это скорректируете, потому что я это говорил на память и мог заблуждаться. Да, и всем пока. Всем пока.